проверяем запись на кассетную деку Kenwood KX880HX после ремонта и настройки. Микропроцессорное управление у кассетной деки уже не такое надежное, как в былые времена, с железными Kenwood'ами. Хотя этот аппарат вроде бы с металлизированной, да, с алюминиевой панелью. Потребовался ремонт крышки кассетоприемника, она была сломана. Замена деталей, замена прижимного ролика, смазки, чистка, размагничивание, настройка блока головок. Все как обычно по регламенту. Проверяем работу режима запись. Настроил я ее, используя внутренние переменные резистора на кассету ТДК D90. Настройки внутри позволяют сделать это для одного типа. Два переменных резистора на канал записи чувствительности и еще два на канал подмагничивания. Настроен, естественно, предварительно усилитель воспроизведения. Индикаторы. Подстроена частота управляющего процессора, из-за чего он немного сбоил. Но могу заметить, что компьютеризированность этого аппарата сыграла с ним шутку, уж не знаю, насколько добрую. Иногда могут подглючивать режимы работы, и это, очевидно, не связано лентопротяжным механизмом, поскольку не первая дека Kenwood страдает такими глюками. Но, тем не менее, аппарат в целом вполне рабочий. Если его аккуратненько эксплуатировать, нажимать через режим установ, режимы, давать им возможность отработать в течение секунды-полутора хотя бы, ну, все будет в порядке. Всякая техника любит ту самую ласку, любовь и смазку. Пишем с компакт-диска, проверяем качество настройки записи на простой бэушной кассете D90 в хорошем состоянии. Играет диск, дека двухголовочная. Тем не менее, аморфная обработка головки. Прямой привод, очень низкая детонация, меньше 0,05% по 1. В японском стандарте это будет меньше 0,03%, в районе там 0,03%. Удобный регулятор записи, поканальный имеется, общий имеется. Даже для микрофонов входы воткнули, или входы. Есть несколько функций, возможность регулировки чувствительности канала записи и подмагничивания с передней морды лица, что составляет удобство безусловное. Хотя оно относительно, поскольку придется каждый раз отматывать и проверять, что получилось, да еще и на слух в данном случае, когда нет приборов. Тем не менее, дека пишет до 20 кГц. От 40 Гц до 20 кГц всю частотку на всех типах лент я прогнал. Везде с запасом все. Хром чуть попроще будет писать без запаса. Ну а нормал с запасом, так же как и металл.
Ну и проверим качество записи, которое у нас произошло и случилось. Получилось относительно современная и в целом в хорошем состоянии, требует аккуратного обращения с собой, нежного.